Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Южной Каролины. И сегодня я выставляю вот этот чудесный домик на продажу. Друзья, находится он в самой классной локации, а это между Гринвиллом и Спартанбургом. Городочек называется Данкин. Посмотрите, какая здесь чудесная атмосфера. Нахожусь я почти на одном акре земли. Смотрите, какой приватный въезд. Вы видите, заезжаешь, забор здесь чистенький, новенький, высокий. Это тебе не 6 фитов, здесь, наверное, хороших 8. Смотрите, какая хорошая природа здесь, ребята. Можно заехать даже траком и трейлером. Специально вот все сделано. Я проверяла, спрашивала у хозяина. Смотрела сама. Отсюда выезжает очень много траков. Потому что, как вы видите, есть разные, вот, скажем так, рабочие места, куда траки приезжают и разгружаются. Но давайте не об этом. Дорогие друзья, это чудесный участок или property. Не имеет HOA, а это значит, делаем все, что хочем. 5 спален. 2,5 ванных комнаты или санузла, 0,1, то есть 1 акр земли, почти там 0,97. Мы математику сейчас, да, включаем, заокругливаем, получается 1. Еще должна спросить у хозяина, если они хотят оставить эти качельки для, может быть, ваших детей. И также вот видите, как красиво сделали зонтик, а там песочек. Также дети могут играться. Здесь на самом деле очень шикарный участок. Вот это все засеяно зернышками, и скоро трава взойдет, и будет все зелено. Посмотрите, на этом широком квадратном участке, на котором также есть бассейн, находится прекрасный шап. Дорогие друзья, это просто находка. Такие дома выходят очень редко в Южной Каролине на продажу. За этот дом мы просим 599 900 долларов. Дорогие друзья, я Таня из Южной Каролины, брокер по недвижимости. И спасибо большое за то, что вы зашли на мой канал о недвижимости. Здесь я показываю дома, разные бюджеты, разные локации в моем солнечном штате. Дорогие друзья, хозяин этого дома сделал эту комнату, как гараж, как комнату, зато там можно ставить все, что хочешь. Привилегия, то, что здесь есть очень высокая дверка, это значит, туда можно загнать RV и все, даже лодку. Мне все нравится. Как я сказала, шикарный драйвей, а бассейн — это вообще круто. Сейчас сперва я вам покажу всю красу снаружи. Как мне нравятся эти сосны. Люблю. Травичка зеленая. Как я говорила, здесь скоро она также будет зелененькая, вырастет. И сейчас будет скоро сезон дождей. Все похорошает. Крышу мы меняли в 2020 году. И все остальное также здесь хорошо. Также есть, посмотрите, газовая колонка. Это значит, что у нас есть газ. Интернет, электрика, кстати, хорошая здесь. Duke Energy, да, она как бы немного за нее платишь. Это самая популярная электрическая компания у нас здесь в Южной Каролине. Юниты охлаждают этот чудесный дом. Как вам? Вау, еще стоит там шед. Я думаю, что он также остается. Сейчас я еще раз уточню. Но я хочу просто приблизиться и дальше. И показать вам, как здесь можешь жить ты, дорогой мой друг, со своей семьей. Ну, а даже если захочешь, можно построить еще один домик. Домик, участок наш на септик. Посмотрите, какой красивый домик для семьи. Это просто сказка. Так жить в Южной Каролине — это тоже вообще-то не всем, как говорится, дано. Так что спешите, никогда не пожалеете. Магазинчики здесь, заправки, карваши, разные пиццерии. Всего-навсего 2 минутки. Вот эта пампа, которая принадлежит бассейну. Бассейн хорошего размера. Здесь очень много привилегий в этом чудесном домике или на хорошем участке. Так, что мы зайдем еще через эту калитку. Классно, что есть даже калитка. Вы видите, здесь, если что, можно и собачки держать. Уже для все приготовлено. Котики здесь уже есть. Как здесь хорошо. Кстати, продаю я еще 3 земельных участка. Один в Эндерсон, другой в Кампабелло. И еще один у меня есть в Спартанбург. Дорогие друзья, пожалуйста, обращайтесь, если вдруг вы ищете земельные участки и хотите построить. А также у меня есть где-то десятка других домов на продажу. Лично я их выставила. Также обращайтесь, буду рада показать, рассказать, как я уже сказала, разные бюджеты. Жду ваших звонков. Я здесь всегда готова вам помочь. Смотрите.
Ну, чуть-чуть нужно, может быть, почистить водичку или бросить туда хлорки. Никогда бассейна не имела. Как бы за собачками-то я ухаживаю, знаю, за своими, я имею в виду, как их кормить, чем поить. А вот это нужно мне еще чуть подучиться и самой. Хотя мне нравится. Моим детям точно бы понравилось. Смотрите, здесь осталось еще место для того, чтобы вот так прогуляться, что-то запарковать, поставить. Также и здесь неплохая местность. Дорогие друзья, это, вот посмотрите, принадлежит этому участку. Даже идя по этой оранжевой дорожке туда, там у них есть огород. Так что вот, посмотрите, как здесь круто можно жить и вам. Все это мы еще чуть-чуть уберем. Потому что большие участки, большие дома, бассейны требуют, конечно, много времени. А чтобы содержать такой прекрасный дом, нужно работать, зарабатывать. А это значит, иногда, может быть, где-то и не успеваешь постричь траву или что-то еще сделать. Но, как вы видите, все здесь сделано аккуратно, хорошо. Сосед далеко. Здесь все у нас закрыто. Там, как я говорила, еще огород. И даже вот еще туда идет за деревьями участок. Что вы думаете, дорогие друзья? Покупаем, берем. Кто первый позвонит, кто первый купит, подарю хороший подарок. Звоните, обращайтесь. Да и всем другим клиентам я всегда дарю классные подарки. И у меня также есть разные опции. Хотите полетать, хотите в ресторан, хотите в магазин, хотите на озеро. Нет проблем, дорогие друзья. Выбираем Real Estate со мной, потом гуляем вместе в Южной Каролине, как я сказала, также вместе со мной. Так, я, конечно, хотела показать шапку в конце, но я сейчас пройдусь, потому что я люблю такие, знаете, вещи. Все-таки хозяйский я человек. Хозяйственный, или как там правильно? Хозяин, хозяйка. Хозяйка. Окей, вот вам еще покажу его отсюда. Мне симпатизирует этот участок. Как здесь зелено. И еще свои дрова, ребята, еще свои дрова. Так что, дорогой друг, умеешь рубить? Рубить? Осталось только рубить. Они уже срублены, нужно только рубить на земле. Так что здесь можно погонять на великах, на мотоциклах, на разных машинках. Даже можно присесть и на своем самолете, вот где-то здесь, я думаю, поместится. Круто, очень круто. Смотрите, какие классные двери, дорогие друзья. Это все я вам покажу уже, скорее всего. Если вы позвоните мне по телефону 864-747-5561, 864-747-5561, и я уверена, что вам понравится все вот это. Здесь еще нужно чуть-чуть помыть, но очень все круто. А сейчас хочу показать вам 5 спален, 2,5 санузла, прекрасную кухню, кстати, с хорошим оффером. Мы отдадим холодильник и покажу вам даже пантри. Здесь она такая крутая. Я удивилась, когда я увидела. Смотрите, дорогие друзья, как здесь все хорошо сделано. Мне нравится вот этот порч. Нравится очень черненькая барк, или как правильно сказать. Это просто замечательные цвета здесь. Окна у нас кофейные. Все хорошо помыто, чистенько, приготовлено для нового хозяина. Здесь также дерево в хорошем, как говорится, виде. А как вам, дорогие мои зрители, правда, необычный участок? Правда, хорошая property? Вы готовы со мной вместе зайти в этот чудесный домик через такие шикарные деревянные двери? А вот и я здесь. Помогаю моим дорогим зрителям клиентам выбрать самые классные дома в Южной Каролине. Вау, дорогие друзья, кстати, здесь в этом доме есть проведенные камеры. Если мы также дадим хороший оффер, мы камеры вам отдадим. А так они, конечно же, стоят action money, дорогие друзья. Дверку я закрыла. Посмотрите на эти чудесные двери. Здесь высокие потолки. Крутые плинтуса. Даже есть краумолдинг. Обратили внимание на эту эрию? При входе окошко, жалюзи остаются. Так, здесь у нас половинка. Чудесно. Мне очень нравятся светлые полы. Серенький кабинет.
Посмотрите, как здесь все уютно и красиво обустроено. Так, что у нас здесь? Еще есть одно окошко. О, круто. Можно и проветрить, можно и свет не включать. Очень-очень хорошо. На правую сторону от меня, смотрите, какая колонна. Кстати, шикарная. И арочки полукруглые. Очень даже замечательно и совсем неплохо. Хорошее расположение этой комнаты для семьи. А здесь мы можем поставить, как вы знаете, большой стол. И просто проводить все семейные праздники вместе. Дорогие друзья, какая красивая картина, да? Ну, она с домом не идет. Но делаем предложение. Кто сколько отдаст, продадим. Так, на самом деле хороший размер комнаты. Прекрасный пол. Мне нравятся вот досочки, обои, которые здесь сделаны. Прекрасное окно. В доме светло. Попозже подходим к этой части дома. И здесь, как вы понимаете сами, клазет. Так что здесь клазет. Хочешь вешай, хочешь ставь пылесосы. Идем дальше. Вы готовы посмотреть на эту чудесную планировку с высокими потолками, друзья? 18-20 фитов, это точно. Только что я была на бэк-ярде. Отсюда, как вы видите, есть две замечательные двери. Одна из них открывается, другая просто как picture window. И this is beautiful. Я люблю French doors. И это, конечно же, меня просто подкупило. Так что, если хочешь выйти, дорогой друг, на бэк-ярд, выходим через эту дверь. Здесь прекрасный камин. Опять же, чистые большие окна. И еще одно. Какая красивая светлая комната. Посмотрите, как здесь все смотрится. Уютно, приятно, чистенько. Освежили все, готов к продаже. Дорогие друзья, я даже не включила свет здесь, потому что здесь и так светло. Как вам такая планировочка? Нравится? Значит, звоним, пишем, добиваемся, работаем. Если не зарабатываем еще сколько, чтобы приобрести этот дом, давайте ставим цели, не мечтать. Мечтать не нужно. Нужно ставить только цели. Я против мечты, я только за дела, движение, цели. Мечтать можно, знаете, и никогда ничего не будешь иметь. Так, дорогие друзья, здесь я вам покажу кухоньку. Она, кстати, очень большая. Для хозяйки это круто. Я знаю, что хозяйке вам понравится. Смотрите, сколько здесь у нас света. Я прошла с этой стороны. Как вы помните, я вам показывала эту сторону домика. Да, я пойду наверх также. Обратите внимание на шикарнейший план. Номер один. Холодильник стоит в правильном месте. Как я уже сказала, столько с хорошим оффером мы можем подарить. А так, холодильник, как бы мы просим за холодильник чуть-чуть отдельную сумму. Кстати, очень интересная фирма. Я еще такое даже не видела и сама. Так, здесь у нас appliances на электрике. Смотрите, на кабинетике. Закрывается хорошо. Мне очень нравится этот гранит. Он такой приятный, дорогие друзья. Цвет, расцветка, все просто шикарно. Размер. Так, хорошо. Хорошее пространство для того, чтобы помыть, подготовить, перенести, слить и все тому подобное. Так, кабинеты у нас хорошей высоты, а также очень прекрасные, как вы видите, crown moldings, да? Так, здесь у нас шикарнейший фартух, backsplash, плитка глянцевая. Здесь такие интересные включатели. Очень красивый материал, очень приятный. Посмотрите на эту чудесную плиту. Кстати, мне нравится. Samsung. И шикарная вытяжка, дорогие друзья. Женщины, хозяйки, вот. Мужчины, вы же любите вытяжки, да? Вот вам все сделано, продумано. Очень нравится этот угол. Посмотрите, какие интересные там шкафчики, кабинеты. Круто. Ну и с этой стороны все продумано. Как я уже сказала, мне нравится островок, мне нравится то, что он очень широкий. Хорошие такие фурнитуры. А здесь, скорее всего, у нас мусорный ящик. Так и есть. Смотрите, как хорошо заходит все. Просто круто.
так, кофеварка стоит, микроволновка вот здесь. Тоже хорошее очень место для того, чтобы она там стояла. Как я уже сказала, кабинеты хорошего качества, высокие, хорошие ручки, гранит прекрасный, место в кухне шикарное, потому что, во-первых, видишь гостей там или семью, и также смотришь на их здесь, которые сидят на диванах. А там можно поместить очень большие диваны, если любите уголочки или большие столики кофейные, все поместится. Свет. И, конечно же, хозяйки, вы думаете, что здесь маловато кабинетов или нету пентри, нету кладовочки? Нет, вы все ошибаетесь, потому что здесь есть интрига, и я ее сейчас вам покажу. Давайте, 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 смотрите. Я и сама только что узнала, как здесь круто. Заходишь. Кстати, можно поставить еще один холодильник. Ничего себе. Так, дорогие друзья, здесь очень много полочек. Хозяйки, здесь даже можно поместить, не знаю, все ваши причиндали. А так слово я не знаю, где вообще выучила и что оно значит. Мне кажется, вот если я не знаю, как вот это называется, люди как-то когда-то говорили на Украине причиндали, что ли, я не помню. Ну, что-то такого где-то я выучила. Как вам, хозяйки? Правда круто? Не нужно холодильник держать в гараже. Конечно, в гараже можно еще один поставить. Но здесь вы обратите внимание, место для холодильника, место для ваших продуктов. Хотя, как я сказала, магазина здесь всего-навсего 3-5 минут, смотря в которые вы задумали. Haircut здесь рядышком стригут, маникюр, педикюр, красота. Все наводят все девочки и хозяйки или бизнес-ледис, которые хотят иметь клиентов, они покупают дома в этой эрии. Для тракистов это тоже хорошо, потому что здесь есть тракстапы, разные заправки. Для детей очень хорошие школы. Так что, дорогие друзья, обращаемся, покупаем, спешим. Давайте я сперва пойду на второй этаж. Локация, я отвечаю, дом также шикарный. Посмотрите, на ступенечки сделаны они с такого материала почти как дерево. То есть как пол, я имела в виду. О, бассейн, бассейн и опять бассейн. Как классно, да? Посмотрите, как смотрится этот шикарный дом с высоты. Ну вот так. Очень хорошо смотрится. Если бы кто-то еще готовил и убирал, то вообще можно здесь стоять. Вот прям где я сейчас стою, можно стоять всегда. Это, кстати, самая лучшая, мне кажется, остановочка. Ну что, я готовить тоже готовлю для своей семьи. Люблю их удивлять. Раньше чаще, сейчас чуть-чуть пореже. Пусть меня удивляют. Вот сейчас я еще работаю, да? Я хочу, чтобы они меня удивили. Вот я приеду домой и надеюсь, что они меня удивлят. Вау, как здесь прекрасно, дорогие девочки. Смотрите, покажите этот муж вашему хозяину. Может, он захочет, может, он мечтал себе иметь какой-то бизнес, да, здесь на Южной Каролине. Вот этот дом просто находка, потому что здесь, я уверена, все галочки сойдутся. И вы увидите... Сами, если мне, позвоните по телефону 864-747-5561, и я буду вам рада лично показать этот прекрасный дом. Круто. Здесь хорошо находиться. Так, а что у нас здесь? У нас здесь санузел, дорогие девочки. А эта плитка, кстати, крутая. Я ее видела на ваннах или в душах, то есть, но вот на полу еще не видела. Просто как будто ты становишься где-то на высотке в Нью-Йорке, прозрачное стекло почти так... Себя я чувствую здесь, в этом санузле. А это значит, что мне понравилось. О, правда, я же говорила, что я видела такие плитки в ваннах. Вот оно. Это не дешевая плитка. Смотрите, во-первых, как различать это. Нужно посмотреть на размер этой плитки. Чем побольше размер, тем она дороже. Шикарно. Ванна, кстати, тоже такая, знаете, как кастом. Крутая. Здесь только не хватает шторки. Раковина хороша, полы классные. Ну, а здесь и я, дорогие друзья, сегодня снимаю и работаю для вас. Спасибо, что выбираете меня. Спасибо хозяевам, что доверили мне такой чудесный, как говорится, листинг, дом на продажу. Я сделаю все, чтобы он у нас продался за хорошую цену. Хорошим людям, кстати. Мы хотим только хороших людей на этот прекрасный дом. Так, дальше я вам показала показала вам санузел. Сейчас хочу показать вам спальню. Кстати, no carpet, ребята, нету карпета.
только чудесные полы, хорошие, очень хорошие расцветки, жалюзи, окна большие. Это комната хорошего размера. Давайте обратим внимание на шкаф. А он нормального размера, небольшой, но для деток подойдет. Так, идем дальше, да? Вторая спальня, в которую я зашла. Смотрите, здесь хочу сказать вам, что да, это спальня, потому что я вам покажу шкаф. А, все здесь хорошо продумано, сделано. Хотела вам тихонько показать соседей. Посмотрите, как у них там красиво все, да? Кстати, тоже ухоженный домик такой. Мне нравится. Дорогие друзья, я готова вам показать этот дом даже завтра. Звоните сегодня, чтобы показать его вам завтра. Прикольно, да? Звоните сегодня, чтобы увидеть его завтра. Вау, какие здесь навороченные тумбочки. Build-in, что ли? Ребята, здесь с тумбочками вообще классно. Вообще супер. Вы просто посмотрите, да? Шикарно. Окей, две спальни. So far, so good. Сейчас идем в третью. Так, третья спальня, и мы заходим в большую комнату, дорогие друзья. Здесь еще есть две спальни снизу, я вам их покажу. Представляете, какие большие спальные комнаты. Мне дух забирает, я удивлена. Я видела дом снаружи, но первый раз вместе с вами прохожусь. И внутри очень большой шкаф. Вот, можно зайти, включить свет, присесть. Посидеть, подумать, что одеть. Так что это значит, что там есть место. Если уже присел, подумал, что тебе одеть, это значит большой клазет, потому что, ну, много выбора. Так что вот коридорчик. Очень умный план. У нас на три комнаты один целый санузел. Мне все здесь понравилось. Так что сейчас мы побежали вниз. Я покажу вам еще другую часть этого чудесного домика. А может мне опять остановиться здесь, как я говорила, что это самая лучшая, такая локация. Мне нравится очень здесь стоять и наблюдать. Где же мой обед? Очень хороший поворот такой. Аккуратный, удобный. Идем в эту сторону. Так, дорогие друзья, покажу вам с этой стороны, здесь кухня, направо, пойду направо, здесь должен был быть гараж, но его переделали в комнату. Так что, дорогие девчонки, посмотрите на эту прекрасную комнату. Кстати, я говорила, Нов Кабролин, есть здесь карпет, окно и, конечно же, большой клазет. Давайте посмотрим. Ого, здесь такой большой клазет. Круто, смотрите, какие красивые полочки, кабинеты, высокие потолки. Здесь все сделано хорошо. И даже поставили зеркало. Это значит, что мне не нужно вам больше зеркала покупать, когда купите дом, да? Я шучу. Подарю вам что-то другое. Здесь у нас также есть полочки. И также я вижу, есть система, которая подливает воду. Я не уверена, если она рабочая. Так что это я все индивидуально для вас спрошу и расскажу уже при встрече. Здесь все хорошо с освещением, и так все светло. И, конечно же, у нас здесь стирка и сушка. А также есть чудесный умывальник, дорогие друзья. Вы видите, да? Что, хорошее место? Хорошее место. Все как нужно для большой семьи. А как вам, дорогие мои? Я жду ваших комментариев. Пожалуйста, пишите. Если вы знаете, что кто-то ищет такой прекрасный дом, также дайте мне им знать, чтобы они обратились ко мне. И я все им также расскажу и покажу. Дорогие друзья, здесь у нас два окна стоит. Спальня между двумя окнами. Это все замечательно. Есть тумбочки, как вы видели. Также может поместить такой большой еще комод с зеркалом. Сама комната шикарная, большие размеры. И хочу сказать вам, высокие потолки. Опять же, чудесный пол. И здесь у нас очень классный клазет.
Мне нравятся вот такие беленькие и вот эти досочки. Они очень идут сюда. Здесь хорошо ложится одежда, висит. Прям все ждет для праздника. Также есть прекрасный еще клазет и здесь. Он, кстати, очень большой. Так что, если хотите для вас, дорогие женщины, и для мужчины, здесь в этой комнате все уже придумано. И также есть шикарный душ. Посмотрите. Просто как будто ты находишься где-то в горячих источниках или, как правильно сказать, ну, на отдыхе. Ну, точно в резорте, да. Мексикан такой Канкун. Вот прошлый год я ездила пару раз даже в Канкун. В этом еще ни разу не съездила и скорее не съезжу. Но вот это напомнило мне такие чудесные резорты в Дубае, в Канкуне. Хороший цвет плитки дает такой изысканный стайл. Необычный, приятный, красивый. И здесь у нас кабинеты. Хороший материал. Мне очень нравится. Две раковины. Вот одна и вторая. Свет. Вы видите, что свет здесь только окошко, и то оно, видите, как за, как бы оно не дает полностью зайти солнышку сюда, да? Я хотела сказать, что оно вроде как бы не затемненное, но очень толстое, и свет нигде не включен, но все равно есть свет. Вот, наконец-то я объяснила как-то вроде на своем ломаном русском языке. Здесь шикарная ванна, можно набрать много воды, лежать очень долго, но не забудь, что нужно встать и что-то еще сделать. В этом доме нужно всегда убирать, всегда что-то менять местами, например, да, сегодня тут тубочка, завтра в другой стороне. Здесь захочется творить, вот что я имела в виду. Здесь, конечно, может быть, было бы неплохо поставить стекло, так что говорите, что вы думаете. Если что, мы подумаем. И вот еще такая чудесная комната, опять же, с окошком. Открывай, закрывай, сиди. Здесь, хоть на улице, много места есть для отдыха. Хочу сказать, что я очень удивлена. А это значит, что мне понравился этот участок, этот дом. Мне очень понравился бассейн, шап, кухня, хорошие полы, плитка интересная. Как бы все для жизни здесь придумано, продумано. И этот прекрасный дом ждет своего хозяина. Я Таня из Южной Каролины, брокер по недвижимости, и жду ваших звонков. Дорогие друзья, если вы задумались о переезде с другого штата, я буду рада рассказать вам, показать все в моем штате, включая недвижимость и все, что движется. Так что, дорогие друзья, расскажу, поделюсь информацией, может, что-то подскажу, только, конечно же, адекватным клиентам, которые знают, что они на самом деле переезжают и что хотят улучшить свой образ жизни. Можно сказать так, я люблю помогать людям, которые стараются улучшить свой образ жизни на лучшее. Так что переезжаем с дорогих штатов в наш дешевый пока еще штат. Выбираем хорошие дома по адекватным ценам. Расширяемся, делаем свои бизнеса. Все, что нужно здесь в Южной Каролине есть. Especially эта локация. Если бы вы знали, как она расстраивается, здесь просто, да, скажу вам так, 2 мили вроде от фривея, сколько всего настроили. Это бум-бум-бум, как говорится, бум-локация, блум-бум, очень крутая. Так что, надеюсь, вам понравился обзор этого чудесного домика. И я еще вам покажу улицу, по которой я буду ехать, потому что здесь очень замечательно. И я надеюсь, что вы приглянетесь на этот домик и позвоните мне, и я вам его покажу, и мы купим его для вас. Обращайтесь, буду рада. А так, сейчас поехали дальше. Друзья, вот я выехала из этого чудесного домика. Хочу вам показать соседей. Посмотрите, у всех есть природа. У всех есть хорошие дома. Вы покупаете этот прекрасный дом без HOA. Делаем, что хотим. Рядышком с такими шикарными домиками. Как вам? Правда круто? Смотрите, как красиво. Едешь, все прям в зелени. Так, хотя бы мне не наехать на этот landscape машину, а то мне будет круто. Так, ох, Volkswagen, ты что здесь делаешь? Сколько тебе лет? Крутая машина, кстати. Домик тоже хороший. Вот, как живут люди. By the way, хотите жить в новой HOA? Это опция для вас. Не забудьте, что этот дом идет вместе с бассейном, с большим шапом. И также в хорошей локации на большом участке земли. Тут два заезда, оно как будто, как знаете, как
полукруг такой едешь, можно сюда и поехать. Я заехала, например, другой стороной, а выехала отсюда. Вау, этих вообще дом в лесу. Ничего себе, сейчас, да, хочется спрятаться от солнышка. Так, осторожненько. Очень мне нравится. Вот эта улица, как бы она подлиннее. С другой стороны, я бы уже была на дороге, дорогие друзья. Можно на этой пропорте держать RV, траки, как я говорила. Курочки, пожалуйста. Ой, какой красивый домик. И здесь такой ухоженный, просто шикарно. Здесь очень легко добраться до Гринвилла. Это экзит 63, дорогие девочки и мальчики. А экзит 56, 2, 4, то есть 51. Это вообще все, что нам нужно. Как я уже говорила, здесь тоже есть все, что нам нужно. Сейчас я выезжаю на улицу. Называется Holly Tree Estates. Estates, когда вы видите слово Estates, это запомните, шикарно, шик. Так, ну вот тебе все, что нужно. Все, что нужно. Разные банки, разные dentist, зубные врачи. Кстати, здесь Bojangles, китайская какая-то, вот есть ресторанчик, Japanese. Потом у нас здесь есть госпиталя, конечно, не болейте, дорогие друзья. Вот кофе. Девочки, даже кофе Белла Латте рядышком, понимаете? Вот еще разные крутые вещи. Итальянский ресторанчик, Scooters Coffee Drive-Thru. Да тут все есть. Самолеты близко, я имею в виду аэропорт, если захочешь улететь на Мальдивы вдруг с Данкина можно. Нравится, правда, дорогие друзья? На этом я закончу свое прекрасное видео. Обзор этой чудеснейшей property в моем шикарном штате. Люблю мой штат. Сегодня, кстати, уже 4:30. Я еще ничего не кушала, дорогие друзья. Кстати, мало спала, ничего не кушала. Если хотите жить, как я, welcome to Resnick Real Estate. Принимаем новых агентов. No life. Maybe на пенсии. Ну вот, заеду в Чик-фил-э хотя бы покушаю, а то я уверена. Помните, про кухню там рассказывала, что я жду, чтобы мне кто-то приготовил. Я уверена, что там еще я приеду, буду готовить. Так что запасусь я курицей. Запасусь. Две разницы, да? Запахалась, запаслась. Anyway, that's so funny. Американский флаг все-таки еще пока в Америке, то есть в США. Хорошая локация. Переезжайте, буду рада и вам показать, рассказать о чудесном, как говорится, штате. Смотрите, вы видите, где я сегодня ездила? Я сегодня была, как говорится, в горячих источниках, это город называется Boiling Springs, Инман была, Мур была, Спартанбург, ну, проезжала еще много других домиков и локаций. Так что, дорогие друзья, не стесняйтесь, мой телефон 864-747-5561, 864-747-5561, я вам дам самую лучшую информацию о всех домах, которые вас интересуют, и вообще-то о штате. Всем всего хорошего и до следующего видео. Пока-пока!